художника России и заведующего кафедры монументальной декоративной скульптуры. Долгое время он возглавлял нашу кафедру и был таким непререкаемым авторитетом. И чем эта выставка уникальна? Тем, что Анатолий Гордеевич в последние годы, ну вот сколько я его знаю, он редко выставлял свои работы. В основном он работал над какими-то крупными монументальными проектами, и выставочной деятельности часто не очень активная. Я даже вот не припомню, что была какая-то его персональная выставка. Ну, вот, в то время, когда я уже с ним был знаком. И поэтому многие работы просто незнакомы тем людям, скажем, кто не был у него в мастерской, то, что он был очень таким хлебосольным, гостеприимным человеком, и те, кто у него бывали, некоторые работы видели, но в мастерской они стояли все вместе на полках, и их было сложно рассмотреть каждую в отдельности. А здесь они выставлены в выставочном зале на отдельных тумбочках с подсветкой, и поэтому это прекрасная возможность увидеть вот такой материал, который, с которым мало знакома публика вот, Санкт-Петербурга. Вот. А вы были учеником, да? Я не был учеником, но я учился в то время, когда он был заведующим кафедрой. Поэтому, конечно, я с ним постоянно общался. И, в общем-то, он меня взял на работу на кафедру. И как бы свою педагогическую деятельность я начинал вот под его руководством.